Израильский эксперт, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель. Армянская сторона не пошла навстречу мирным инициативам и решила идти путем войны. В последнее время усилилась военная эскалация в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Действительно, армяно-азербайджанский конфликт не завершен. Он даже не тлеющий, а настоящий и всеобъемлющий. Рано или поздно, безусловно, этот конфликт завершится только одним путем, и это будет опять война. К сожалению, армянская сторона не приняла мирные инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предлагал подписать всеобъемлющий мирный договор. К сожалению, армянская сторона не пошла навстречу этим мирным инициативам, взаимному признанию границ друг друга. Отвергла также все те преференции, которые могли бы принести мир, и решила идти путем войны. В этом и есть большая трагедия и большая беда этого выбора.